Получается, что республика теряет статус национальный, потому что в основном язык используется в быту, и использование родного марийского языка в государственной, политической, экономической жизни нету дополнительно подзаконных актов. Мы идем к столетию со дня создания республики Мари-Эл. Но проблемы остаются такие же, которые были накоплены до 90-го года, а сейчас уже вот в 17-м, 16-м, 15-м году проблемы усиливаются. То есть недостаточное внимание и некоторые перегиб политики, проводимые по национальному вопросу со стороны правительства Российской Федерации, Министерства образования Российской Федерации.